Лучше завал не разбирать, пока не сожжешь красные дыры в стенах. Что это значит? Это значит, слушай дядю Клима, вот что это значит. Тебе не хватает нейроплазмидов? Тогда не пропусти анонс. Друг идет, будет, значит, Новый год. Всем привет, друзья, с вами Харди, мы продолжаем. Это ДОС. Вторая часть Хозмага. Ты скажешь, а что ты тогда делаешь дома? А в этом и прелесть Хозмага. Ты можешь забежать домой прекрасно, да? Потому что дается целый день. 24 часа. Это очень удобно. Очень. Нейроплазмиды. Забираем. Это за левел ап. Что это за дорожный рюкзак? Бро, за каждодневный вход на 14-й день мы получаем этот эпический рюкзак. Береги его, как зеницу ока. Я не знаю вообще, не смей просто его терять, реально. 62 уровень, безобразие. Вот этот рюкзачок нельзя пока в игре скрафтить, но его можно выиграть. Разработчики очень часто проводят всякие розыгрыши. А также на канале Печка ТВ проходят розыгрыши по дозу, друзья. И вот вопрос, тебе не хватает нейроплазмидов? Ты хочешь прокачаться, но не можешь убить супер титанов, объектов титанов, да? То есть три объекта титан надо бомбить, чтобы были дополнительные нейроплазмиды. Вот. Ну тогда не пропусти. Тогда не пропусти анонс следующего розыгрыша. Когда он будет, я не скажу. Просто подписывайся и ставь колокольчик. Вот. Почему не скажу? Большой-большой секрет. А я просто не знаю пока, когда он будет. Вот и все. А что у нас по новостям, бродяжники? Добро пожаловать на летнюю ярмарку. В этот раз мы приготовили для вас возможность не только запастись артефактным оружием, но и прокачать своего персонажа. Очки, которые вы получаете за покупки в игровом магазине, заполняют полоску прогресса в окне ярмарки. Чем больше очков накопите, тем больше наград получите. Среди них кислотные и электрическое оружие, гаджеты, язва, динамо, СВДА, приговор и другие артефактные пушки. А за полное заполнение каждой из трех полос прогресса вы получите еще и нейроплазмиты для всех трех разделов навыков. Акция будет доступна всем игрокам, достигшим 6-го левела. Напоминаем, что самые большие скидки распространяются на покупку сразу с 10 открытий ящиков. Ярмарка продлится до 29 июня. Шикарно, шикарно. И это еще не все новости. Но если у тебя было желание поддержать разработчиков, можно сделать это выгоднее для себя. А вот ты чё, какие у нас интересные новости. Как поет Паша музыка. «Ржавый бункер, моя свобода». Серьезно, да? Ну это просто прикол, то есть украшение для дома в грядущих обновлениях. Нам это добавят конкретно в грядущем обновлении. И вот такое шикарное дерево. Слушай, вот это мне уже нравится. Почему? Это будет не баф. Мы будем яблочки собирать. С ближайшим обновлением даже владельцы Android смогут примкнуть к рядам яблочников. Ну у нас новые рецепты еды в игре добавятся, логично, да? Вот это мне нравится, это реально прикольно. Чик! Убить лосей или волков ножом или тесаком. Соответственно, не бери нож или тесак, да, куда-нибудь. Бери именно на килл этих ребят, когда он тебе выпадет. Он тебе может просто выпадеть. Копейщик-любитель. Отлично, я как раз сейчас взял копьецо. Так, мне нравится. Мне нравится, шикарно вообще. Отлично, отлично. Да это, блин, не отлично, это просто восхитительно. Здесь мастер-дровосек. Дров нам столько с тобой надо. Страшно даже подумать. Вот эта штука. Каждая ветошь, единичка каждой ветоши для тебя это прям, я не знаю, ну повезло, да? Что еще сказать? Повезло. Камни тоже нужны, кожа нужна. Блин, здесь все надо, короче. Количество доп. Воды. Вот они, нейроплазмиты. Ты, конечно, всегда можешь поддержать разработчиков, да? И просто взять их и купить. Вот так вот. Просто взять их и купить и не париться. Но также дополнительно еще поучаствовать в розыгрыше. Старый смартфон. При включении смартфон проигрывает последнюю запись. Тощий, брат, ты здесь? Нах ты в темноте сидишь, я тебя везде ищу. Куда все пропали-то, Тощий? На записи слышно не то дыхание, не то сопение. Да че ты молчишь-то? Че за центряк? Ты припер из катакомб. Артефакт типа.
Мама с ним заперлась и третий день не выходит. Куда про... про... Оу, пацаны, которых ты с собой вниз брал. Никого нет. На записи раздаются булькающие звуки. Ну ты понял, да, вообще? Я бы уже ноги сделал. Ты чё там хаваешь, что ли, б... Не видно. Нихера, дай посвечу. Долгий крик, переходящий в хрип. Запись обрывается. Тощий уже не твой тощий. Тощий уже серьезный мужчина. А также посмотри, какой шикарный мужчина к нам приходит домой, да? Смотрим рекламу и получаем нейроплазмиды. Куда добавили нейроплазмиды, я не понял. Я рекламу посмотрел. Чё тебе надо, друг? Дружище, чё тебе надо? Отдай мой гребаный ящик. Продано. Чё продано-то? Да ящик, бомж. Ну куда-то добавили мне пару очечей, да? Ладно, короче, погнали. Все, пора. Пора не пора, я иду с этого, как его? Ну ты понял. Ой, 13 минут всего остается. Безобразие. Торопимся, торопимся со страшной силищей. Бро, не могу не подметить эту фишку. Тебе дают не 2 часа, не 10 минут, не 3 часа, не 15. Тебе дают сутки. Хорошо это? Конечно, хорошо. То есть ты не всегда можешь взять за раз, поиграть нормально и бомбануть, да, прям полностью весь хозмаг. Ты прекрасно в течение суток можешь найти время, ты же знаешь, ты же помнишь, что ты не допроходил хозмаг, да, и допроходить. Мне кажется, это офигенски. Карающая коса, карающая, наказывающая, 12 минут. Да мы за 12 минут с тобой, я даже не знаю, что сделаем с этим хозмагом. Вот просто, как вот тузик грелку этого палача. Нам остается-то всего-то бомбануть две дырочки, да? И это первая часть хозмага. Я считаю, она для новичка. Нормальная тема. Вот. Вот это вот. И это уже вторая часть. Да забыл сказать, лучше завал не разбирать, пока не сожжешь красные дыры в стенах. Иначе из них полезет столько мертвяков, мать их. Короче, мало тебе не покажется. Ты понял, да? Что это значит? Это значит, слушай дядю Клима, вот что это значит. Когда? Вот примерно, да? Когда мы по-хорошему с тобой можем вторую часть уже бомбить. Но если тебе выпала кирка, тебе фартануло. Ну как бы, а чё нет, бомби? Бомби! Ну скрафтить ее, ну ты понял, да? Фиг ты ее скрафтишь сейчас. Так. Давай вначале вот сюда мы зайдем. Вот так. Ай, хорошо. До свидания, хищный мох. Плохой, плохой. Дверь заперта, но я слышу какой-то шум. Я говорил в прошлом ролике об этом замечательном месте. Если тебе вопрет, ну или не вопрет, если тебя нагнут, да, то эта дверь откроется. Откроется, и оттуда выбегут пацаны. Панцирные, не панцирные, короче, пофигу какие. Карающая коса. Просто карающая. Что будет, когда закончится время? Я надеюсь, принудительно нас никто не выгонит. Блин, ненормальный. Ненормальный, заагрился. Бро, смотри, он агрится, да, на этого пацана. Нам это с тобой вообще не надо. Держи мою карающую косу, дружище. Все чешешься, интересно, от грязи или от радиации? О, слушай, это забавно. А ты все чешешься, да, братюнь? Интересно, блин, от радиации или от грязи? Серьезно? Серьезно. Как же меня радует этот рюкзак за моей спиной, а? За моей спинищей могучей. Глотнуть бы водички. Не жалуйтесь, мужчина, скушайте супчика. Блин, да. Вот эти вот пацаны, слушай, не подумал я, короче, когда пришел без это. Ну ты понял, да? Без огнестрела. Нужен хотя бы лук, бро. Ну хотя бы лук. Тише, тише, друг. Быстрей. Мужчина, 8 минут. Ребята, у меня, блин, разговор как бы короткий с вами будет. Нет времени, я пообщался. Подольше, ну никак. Вау, хорошо. Бронированный ядик, да, на него нужен. То есть все нормально, бро. Мы сносим ему просто броню. Не так, что типа, о, ты ему не отнимаешь. Я не помню, блин. Кнопочка смена... У меня опять кнопочка смена таргета отключена. Безобразие, блин. Бро, конечно. Здесь нужен смена таргета. Обязательно. Потому что это прям облегчит твою игру. Это прям круто было. До свидания. Видишь, да? А ты представь... Я бы в ближнем бою победил? Ты спрашиваешь. Конечно, победил, но...
Какие бы затраты были? Вообще ненормальные затраты. Вот эти ключики шикарные, они шикарные, короче. Они нужны, они важны. Так, мужчина, вы будете складом всякой фигни. Блин, несерьезный склад вообще. Вообще несерьезный склад. Вот эту палочку надо потратить. Друг идет. Будет, значит, Новый год. Давай карающий косой его, что ли, нагибать. Сразу, как только он приходит, он тебе всекает вот этой ерундой. Ну, он ее называет мой язык. А мы ее называем нежно ерунда. Что это за ерунда у вас, мужчина из Рате, торчит? Вешку нашли. Вешку. А вот эти факела, я уж говорил тебе, да, что их можно ремонтировать. А можно и не ремонтировать. Мы нашли первую вешку Луки. Еще сюда кувалду можно притаскивать. Видишь, да? Требуется железный молот. Я тогда разбомблю. Вот она, первая вешка. Что ты акаешь-то? А, тебе холодно, друг. Ну, давай как-то вот прикинемся. Нет, давай не будем. Мы потратим то. Чик. Похоже, Лука тоже хотел кого-то спасти. Добавлена запись. Сейчас мы, когда выйдем отсюда, да, тогда мы будем начитывать. А пока не стоит. Пока не стоит. У нас по времени... жмут нас по времени. Жим-жим. Не может быть жим-жим по времени. Просто нас с тобой ужимают, да? Хорошо. Муфтина, привет, блиночки. Как тебе мой самопал, Данила? Не знаешь? А теперь... Ой-ой-ой, беда какая. Не нравится. Ты такой большой, такой глупый. Ты такой примыче. Лысая няшка, блинчики. А куда ты пополз? Внимательно слушаем, бро. Вот это, запомни, это топ-ящики. Они здесь есть. Почему они топ? Так. Внимательно слушаем. Че слушаем-то? А бомж появится, да? Зажмет и до свидания сделает. Такой мужчина, да, такой? Посмотри, такой. Оборванец, блинчики. Я не знаю, из каких он годов. Ну, так, когда у нас это там... Как там эта песенка, типа... Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Король, ты понял. Ту-ту-ту-ту-ту. Все ходили в повязках на головах, да, вот. Воу-воу-воу, тише. Балабол. А, беда. Если ты умрешь, бро, в момент, значит, завершения этой локации, до свидания тебе будет. Слушай, они напрягают. Они напрягают, они меня убить хотят. У нас вариант сейчас убежать. Это без вариантов. Вариант без вариантов вообще, бежим. Смотри, да, по своим силам. То есть, когда такая серьезная передряга. Ой, это интересно, блин. Ну, блин, видишь, в чем проблема? Мужчины штанишки с меня... Мне некомфортно. Вот как тебе вот? Я не... Вот представляешь, серьезный разговор двух мужчин. И один без штанов. Несерьезно, да? Вот и я о том же. Поэтому как-то вот так получилось. Вот эту штуку по-хорошему надо отремонтировать. А теперь хватит балаболи, давай быстрее. У нас не так много времени. 2 минуты. Я думаю, никто меня не выгонит из хозмага. Ну, то есть, по факту, я лутаю, да, до потери пульса его. Вот, меня никто не выгонит. Блинчики какие, да? Мужчины-то нормальные. Конечно, дальнее оружие, бро. Смотри, раз комнату открыли там вдалеке, дальним оружием надо расстреливать, да, и два. Запомни их просто, тех огромных ребят, да, мощные такие, мощные. Вот их надо на дальнее по-хорошему бомбить. Это берем, потому что это, фиг знает, как дальше пойдет. Ой, палачочечек, конечно. Ключ от пыточной. Этот ключ принадлежит еще бандиту тощему. Короче, нам не интересно, знаешь почему? Мы не зайдем в эту пыточную. Так, убираем гвоздя с досками. Почему? Да не будет у меня столько заточек. Мы быстрее с тобой будем оружие ломать, чем выбивать заточки. Вот это поверь мне на слово. Очень много вепона ты будешь нафиг просто стирать. Потому что, ну, не сможешь ты это все отремонтировать. Да, как легко. То есть открываешь эту дверь, можешь сразу вот логаут убегать отсюда. Либо логаут из игры сделать. Тише. Бро, отменяй атаку, когда он язык свой достает.
Он у него вообще прям очень длинный, да? И ну ты понял. Отменяй нафиг атаку. Это тебе выйдет дороже, если ты не отменишь. Да задолбал ты. ХП, конечно, держим на максималочке, да? Палач появляется и до свидания тебе говорит. Поэтому держи ХП красиво, как надо вообще. Блин, что-то много не забрал, да? Так, шляпу уничтожаем. Раз. 6 болтиков. Ай-яй-яй. Посмотри, какая локация. Ну, ты посмотри. Ну, это безобразие, да? Это безобразие. Она очень крутая. Она очень крутая. Ты не можешь ее игнорировать. Это номер один. Думаем, что мне не надо, что мне надо. Так, ну и все, как бы красиво, да? Все остальное шляпа. Нам остается последняя штука. Надо было до 2 минут выйти, да? И красиво выложить по максимуму наверху в ящике. Использую эти ящики красиво с умом. Потому что сейчас я уже выйду и фиг зайду. Вот, а мы еще не все с тобой бомбанули, конечно же. Карающая коса. Давай копье потратим. Мы вроде как с тобой копейщики от бога теперь. Ну, как бы не от бога, да, но нормально вообще. Ну-ка в глаз ему. Оу! В ноздрю. Ноздрики, ноздрики. Безобразие. Мужчина это вообще... Как-то... Ну, короче, блинчики, мы вообще с тобой просто убийцы безжалостные. Я не знаю, как назвать нас как бы красиво. Сами себя не похвалим, никто не похвалит. Ключ от пыточной — это вторая часть хозмага. Это заманилово, да? То есть, не ведись. Не ведись. Если у тебя есть кирка, попробуй. Опа-на! Уже скиллы работают. Не могу я не радоваться этим скиллам. Честно, мне очень понравилась эта тема. Но это круто. Ой, мужчина, а вы что тут сидите? Нашел, где сидеть, друг. Что вот это такое? Это шикарная вещь, но я ее брать не буду, потому что, короче, ровным количеством лучше брать. Серьезно, без шуток. Я не буду брать. Нафиг я эту косу взял? Я вижу, что я перебрал, да? Я очень много взял всего. Выходи, друг. Да вижу я тебя. Ай, хорошо вообще. Давай мне последнюю дырочку надо спалить, чтобы вы тут беспределом не занимались. Нужно сжечь 4. Давай быстрее, не нужен нам этот палач, мы уже нафигачились. И сейчас подытожим, конечно. Сейчас, конечно же, мы подытожим. А что тут? Еще остались за заваленным проходом. А что тут подэтаживать-то? Да это бомбический вообще ивент. Ничего не меняется. Как я тебе говорил, как я считаю его номер один, так он и есть номер один. Вот это копье можно и отремонтить, да? Это номер один. Самый лучший вообще, где ты будешь лут брать. Первая запись Луки. Так. Поехала пленка. Клим всегда твердит мне делать записи. Я делаю. Да. Клим там в бешенстве, наверное, из-за того, что я один вниз полез. На записи слышны осторожные шаги. Нет. Ну а что еще мне делать-то было? Звонит двоенный таксофон, реально, а в трубке ее голос. Дичь. Говорит. Лука, родной, я в хозмаге не могу. Выходи, найди. Найти. Выход найти. Тут горелые. Гули, спасай. Ну я и ломанулся, ля. Че мне совет собирать, ждать, пока Клим вернется? Ее сожрали бы давно. Первопроходку мою. Откуда она вообще тут взялась, реально, как мимо нас прошла? Я же говорил ей тогда в эпицентре. Близко даже к хозмагу не подходи, там смерть. Может, хоть ворчуна с собой надо было взять, он бы пошел. Нет, сам, вытащу ее сам, лишь бы цела была. Посмотрим, как тогда Клим забазарит. Пока ничего сложного, только несколько гулей, пара горелок. Шаги остановились. Что еще за звук там? Ох, лишь бы эта дуреха еще дальше не сунулась. Ля, зашерпаю вы старые вешки. Конец записи. Ну, как бы его развели, да? Че винить? Вот ты послушал запись, бро? Вот ты сейчас вместе со мной послушал запись? А ты бы что, не полез? Вот и я бы полез, понимаешь? Развели, негодяи. Ай, негодяи, ай, подлецы. Ну, нельзя же так. Ну вот как-то так, да. А теперь давай оценим масштаб трагедии. Чего тут ценить? Ты посмотри, сколько мы вытащили. И это только с первой части. 21 слеза кровавая.
Блин. И две большие. Это фантастически. Это фантастически. Почти три ящика. Когда докачаем репутацию, будут двойные. Там вообще, блин, ужас, что будет. Так, две ячейки, давай. Я в этих ящиках, не знаю, как ты, я здесь сразу оставляю, да? Ну, ты понял, заготовки на будущее прохождение. Чик. Нормально, да? Нормально? Да я не знаю, это дичь. Это дичь, это очень круто. Ты скажешь, блин, затраты не оправдывают себя. В смысле не оправдывают? Мы с тобой развиваемся, мы с тобой фармим. Вот это вообще... Вот это вообще жесть. Да, придется опять мне на слово поверить. Тебе их будет не хватать всегда. Они чинят легендарное оружие. Самое крутое в игре оружие. А вот все остальное, что мы здесь вытащили, это... Ну, это что-то с чем-то. Так, давай вот этот лучок мы... Так, как мне? Вот так мы поступим. Его отсюда убираем, вот с этим будем проходить дальше, да? Ну и оставляем это наперед. Топор рейдера, да, то есть на будущее оставляем, все это нам потом потребуется. Вот. Мне кажется, шикарно. Друзья, с вами был Харди. Если понравился ролик, присоединяйся, подписывайся на канал. Ставь колокольчик, видосы выходят каждый день. Надеюсь, ничего я не упустил, что хотел тебе показать. Ну и, конечно, Лукса, братень, Лукса. Розыгрыш уже близко. Разыгрывать будем конкретно вот эти очки навыков. Пока-пока.